Главный юридический документ получили еще 15 школьников. Традиции вручать паспорта в торжественной обстановке 2 года. На этот раз ребят пригласили в конференц-зал управления образованием. 14. Для психологов ранний подростковый возраст, для родителей – переходный. С правовой позиции – порог личной ответственности перед обществом и государством. Я теперь буду осторожен, и теперь я буду знать, что если что-то случится, то уже я буду принимать решение я, и меня будут наказывать, а не своих родителей. Главный документ в жизни вручили 15 школьникам. Получить паспорт в торжественной обстановке – воспоминания на всю жизнь, делится Алина Уткина, ученица гимназии номер 2. Я очень рада, что я получила этот документ. Я просто нету слов. Это такая ответственность, на это нужно иметь. И это очень здорово. То, что ты взрослый человек, уже ты гражданин России стал. То, что ты уже взрослый человек, не маленький ребенок. Торжественности момента добавляют напутственные слова от первых лиц округа. Я думаю, что ваши поступки будут только позитивными, и будете очень умными, искренними, добрыми детьми для своих родителей и для ваших педагогов. Помимо обязанностей, паспорт открывает новые возможности. Например, проводить сделки, стать клиентом банка, получить официальную работу. Правда, до 18-летия реализовать эти права можно только с согласия родителей или опекунов. Валентина Мордовина, Иван Першин, Дмитрий Кириллов. Новости дня.